Жилой дом загорелся в Златоусте. По данным МЧС, пострадали 3 человека. В их числе женщина и 8-летняя девочка. Местные жители утверждают, что из горящего здания вынесли женщину и ребенка. Они были без сознания. Информации о том, откачали ли пострадавших, нет. Пока известно только то, что загорелось общежитие на улице Мельнова. Самостоятельно эвакуировались 36 человек. Информация о причинах пожара, а также погибших и других пострадавших, уточняется.